Работа с особенными детьми требует не только специальной подготовки, но и внимания к разработке коррекционных образовательных программ. Ряд ведомств Татарстана намерены объединить усилия, чтобы в 2022 году улучшить позиции республики в решении этого вопроса. Первое совещание показало, что мы в принципе ряд министерств, ведомств, ряд структур, ряд вузов, все этим вопросом занимаемся, но друг о друге совсем мало знаем. В сентябре 2021 года по инициативе Ильшата Гафурова при Казанском федеральном университете был открыт детский сад «Мы вместе» для детей с расстройством аутистического спектра. В работе сада задействованы две научно-исследовательские лаборатории университета и Open Lab генные и клеточные технологии. А над разработкой экспериментальных образовательных программ трудятся специалисты из разных структур КФУ. Директор Института психологии и образования рассказал о первых результатах и перспективах учреждения. В настоящее время в детском саде «Мы вместе» обучаются 50 детей, да? Они разбиты по различным группам развития, и кроме того 70 семей включены в систему сопровождения. Под каждую группу формируется траектория обучения ребенка, и под каждым этапом кроется большая работа, связанная с диагностикой. Большая ответственность в работе с особенными детьми лежит на педагогах. На семинаре была отмечена важность подготовки кадров и их трудоустройства. В Казани 8 институтов занимаются подготовкой учителей. В Лабужском институте практически в каждой программе есть дисциплины, есть курсы, которые связаны с адаптивной педагогикой. То есть вопросы, связанные с диагностикой, вопросы, связанные с адаптацией образовательных технологий, тема образовательных потребностей, которые есть в ребенке. Обсуждение темы образовательных и медицинских технологий для обучения детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра продолжится на форуме ИФТЭ, который пройдет с 25 по 27 мая. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.